Почти на 70% снизилась смертность от туберкулеза в Алматы за 5 лет. Об этом сообщила директор Центра фтизиопульмонологии Жанар Сапиева. А вот процент заболеваемости уменьшился на 43%. Для больных расширено амбулаторное лечение и выделен отдельный автотранспорт. Всего же за прошлый год лечение получили свыше 1000 человек. Из них у 5 пациентов выявили коронавирус. Несмотря на то, что была пандемия ТВЕ, основные индикаторы развития дорожной карты оказания фтизиопульмонологической службы были достигнуты. Уровни заболеваемости и распространенности и смертности от туберкулеза в городе Алматы ниже среднереспубликанских, имея четкую тенденцию снижения в сравнении с прошлым годом.